А вот это с доской пробовали, нет? Пока нет. Я думаю, потом попробую. Давайте, да, потом попробуем. Вообще, да. Надо ему это делать. Лень писать, наверное, презентейшн. Что-то в этом есть. Но вообще этот самый Эмиль, он одно время, знаете, как выступал? Он... Если ожидается еще некоторый цикл выдвижения по разным отделам, но вот у нас сегодня семинар отдела теории фундаментальных взаимодействий, и вот эта работа, которая будет доложена, предполагает, что будет выдвинута на конкурс. Так что придется вот так начать. Спасибо. Значит, как уже было озвучено, да, вот этот доклад в формальную сторону, связанную с выдвижением цикла работы, которую мы делаем с Андреем Макеевым. Да, и я сразу могу сказать, что много длинную долю работы сделал он, и некоторые слайды я уже взял. Но эта деятельность связана с нашей традиционной вычислительной техникой, да, и проблемами. Это решение любых функций вот, в разных моделях. Значит, понятно, что реномуповой метод развивается в этой лаборатории очень давно. Да? Он используется как в физике частиц, так и в теории статистической физики, в теории критических индексов. Вот. И понятно, что он позволяет систематически улучшать точность различных предсказаний. И это важно как в физике инфракрасной, да, которая связана с теорией критического поведения,
так и физик частиц. Когда мы пытаемся заглянуть за пределы того, что мы знаем, на данном масштабе энергии, или улучшить предсказания в конечном порядке теории возмущений. Значит, то есть это одна из формальных целей этого доклада, но еще есть несколько. Так, сейчас включу. Вот, еще есть несколько других целей, о которых я потом упомяну. Вот, значит, здесь написан некий план докладов, и я, в принципе, мы выдвигаем на премию 9 работ, сделанных совместно с Андреем и Мишей Компаненцем, одна работа попала. Вот, и, в принципе, я планирую немножко рассказать о каждой из них. Да, часть из этих работ уже докладывалась с Андреем на здесь, на семинаре, поэтому я, наверное, буду опускать длинные и важные технические детали. Вот. Ну и остановлюсь больше на тех работах, которые не докладывались, наверное, по моей вине в каком-то смысле. Вот. И расскажу о них более подробно. Вот. Значит, давайте потихонечку начнем. Значит, мой первый слайд. Такая вот хитрая диаграмма, которую, опять же, Андрей нарисовал в свое время. Она мне очень нравится. Ее можно как бы обновлять все время. Да, она показывает историю вычислений, связанных с стандартной моделью. Да? То есть есть у нас некоторые классы вычислений, связанные с квантовой хромодинамикой. Они продвинулись довольно далеко. Есть класс вычислений, связанных с стандартной моделью. Вот. И опять же, здесь пока написано три петли. Вот. Это некая веха в тех вычислениях, которые мы делали раньше, вот, там, в 2013 году. Вот. И есть некий кусок, да, который связан с вычислением в теориях, в скалярных теориях Фи-4, ну или их обобщение. Значит, здесь видны, понятно, некоторые фамилии, которые здесь присутствуют, да, и много было сделано именно в этой лаборатории, да, связанное с этими вычислениями. Вот. Опять же, здесь указано 16-й, ну, 17-й год, конец как бы этой диаграммы, это как раз тот рубеж, начиная с которого мы выполняли те работы, которые мы хотим представить. Да? До этого у нас были тоже некий класс работ, который закончился с некой деятельностью, вот он, связанный с тем, что бозон Хиггса был открыт в 2012 году и появился большой интерес к проблеме стабильности вакуума в стандартной модели. Вот. И в конечном итоге вот, мы соревновались в смысле с немецкими нашими коллегами, которые тоже делали вычисления в трех петлях стандартной модели, вот я могу получить в этой функции в, да, в стандартной модели. И, кроме того, участвовали в вычислении неких, так сказать, пороговых эффектов, из которых нельзя выполнить более-менее самосогласованный анализ стабильности вакуума. Да, ну вот здесь написаны некие такие простые формулы, связанные с тем, что мы можем, опять же, с помощью Ренон-групп улучшить предсказание конечного порядка теории возмущений для эффективного потенциала. И нам нужно знать, как зависит от масштаба Люкарская константа или константа самодействия. Да? Вот. Но здесь цветом подсвечены некие константы. Да? Это Люкарское взаимодействие топ-кварка. Оно пытается как бы ухудшить ситуацию с стабильностью вакуума, потому что как бы потенциал разворачивается, да, вот тут как бы такая картинка, опять же, сумочка сделана Андреем, ну, дизайн, вот, которая примерно показывает ситуацию, которая может потенциально возникнуть. Вот, значит, мы считали, и в конце концов вот вышла работа в соответствии с Олегом Веретиным из ТЭЗИ, в которой мы, ну, объединили все вычисления и выполнили такой вот как бы самосогласованный анализ, построили диаграмму, на которой так, ну, традиционные диаграммы чертятся в координатах массы Хиггса и массы топ-кварка, в которых показаны разные фазы, которые могут
принципе, здесь можно сильно не вникать, да, в нее, но я хочу обратить внимание, как сильно меняется эта диаграмма при учете порядка в теории возмущений. Да? То есть вот эти линии, они меняются и куда-то движутся. Да? То есть мы повышаем точность наших вычислений, и эта картина довольно сильно меняется. И оказалось, что стандартная модель, да, с его измеренными значениями масс, вот, она вблизи там границы нестабильности. Это, опять же, повлекло за собой много разных обсуждений, вот, о которых я говорить не буду, но с нашей точки зрения, да, людей, начинающих ионно-групповые функции, вот стоял такой вопрос, что как бы, можно ли продвинуться дальше, да, в стандартной модели, и можно ли продвинуться дальше при исследовании теории за пределами стандартных моделей. Да? Вы знаете, уже там много лет, даже после как бы, теоретического обоснования стандартной модели, появлялись новые модели, которые пытались там, решить проблемы внутри стандартной модели. Да? Есть наблюдательные эффекты, как темные материи и так далее, которые требуют введения новых взаимодействий, ну, какой-то новой физики. Да? И так как мы до сих пор никакой новой физики как бы, мы не видим, то выходит на первые как бы план точного вычисления внутри стандартных моделей. Это раз. Ну и хотелось бы тоже приблизительную как бы, иметь точность, хотя, конечно, об этом преждевременно говорить, в моделях, которые мы предсказываем. Да? Ну, новых моделей. Вот. Я хочу сказать, что вот, сейчас существует много разных компьютерных пакетов, которые люди используют для того, чтобы проверять то, что их модель новой физики согласуется с текущими экспериментами вот, или нет, и что-то делать предсказывать. Да? И многие эти пакеты, да, им нужно дать группу Лагранжа модель, и они там начнут что-то считать с помощью, там, в частности, ионно-групповых уравнений. Да? И там вот до того, как там, мы условно говоря, вошли в эту деятельность, 2 петли считалось стандартным де-факто. Да? Вот. Хорошо. Значит, после того, как были выполнены вычисления в трех метрах, да, вот появилась работа Антипина вот, с компанией, вот, связанная с тем, что люди стали обсуждать некие условия, да, которые ограничивают возможные слагаемые члены в различных порядков различных бета-функций для различных констант. Да? Вот. Но мотивировка была, что была некая теорема о существовании C функции, да, двухмерной комфортной теории поля. Ее пытались обобщить на четырехмерную теорию. Да? И это было сделано Осборном и Джеком в 90-х годах. И действительно была найдена такая функция, которая вот астиндель, которая представима вот в таком виде. То есть ее полный дифференциал выражается через бета-функцию теории. То есть это функция на пространстве констант связи, да, вот, и она обладает таким свойством. То есть она выражается в таком виде. Значит, что из этого можно заключить? То, что являясь полным дифференциалом, да, у меня есть некие условия интегрированности, а в частности, что смешанные производные равны друг другу. Да. И вот можно из этого соображения, да, получить некие ограничения на опять же, разные члены в разных бета-функциях. Вот. Ну вот здесь показана такая штука, как метрика TG. Она была посчитана в стандартной модели, и уже как бы видно, что разные константы связи входят как бы в разном порядке в эту метрику. Да, вот. АИ – это калибровочные константы, АД – это, условно говоря, гавская константа, и лямбда – это константы самодействия Хиггсского базового. Вот ДЖ, оно связано, в принципе, с корреляторами вот этих операторов, да, маргинальных, да, у которых вот эти константы связи, можно сказать, являются источниками. Да? Вот. Ну и из топологических соображений можно понять, что это действительно так. Вот такой как бы есть ордеринг. Да? Вот. Ну и опять же, в старших порядках теория вот эта метрика становится более сложной, да, у нас может появляться смешивание между как бы, этими операторами, и это все должно быть учтено. Но на
для обсуждения последствий, которые мы используем и будем использовать, ну, нам достаточно понимать, что или предположить, да, что вот существует такая функция, да, которая она построена из каких-то там слагаемых, да, ну, аномов, да, вот, в стандартной модели, из констант связи, с каким-то коэффициентом. Используя те условия, да, мы можем связать одно слагаемое, да, условно говоря, здесь, ну, так, четырехпетлевое, можно сказать, с четырехпетлевой константой в калибровочной константе связи, трехпетлевой слагаемой в лукавской и двухпетлевой слагаемой в лямбде. Да? И это все следует из вот этого условия с учетом вот такой методики. Да, то есть надо брать производные от этой штуки, вот, и получать вот эти слагаемые. Да. И коэффициент, который здесь, он связан с этими коэффициентами, ну, с точностью там, умножить 1/4, потому что они вот здесь написаны. То есть идея была в том, у Антипина, что вот мы всегда используем какую логику? Что чем больше мы насчитали петель в разных в этой функции, тем лучше как бы вот их использовать. Да. У них логика была такая, что нужно взять упорядочение, вот именно связанное с вот этой функцией А. Да, то есть упорядоченное вот такое 4, 3, 2, 1 или 3, 2, точнее 4, 3, 2, либо 3, 2, 1. Вот. То есть когда были доступны первые результаты, их утверждение говорилось, что как бы вы неправильно немножко делаете анализ, да, вот, что у вас надо использовать в вашем феноменологическом анализе 3, 2, 1. Саша, эти связи – это доказанный факт или это гипотеза? Связи, значит, значит, вот эта штука, да, связывается с неким коэффициентом в, кстати, вы в аномалии верили в комфортной аномалии, да, в искривленном пространстве. Да? И потом можно показать, что вот такая функция существует. Да? Если она существует в таком виде, то вот, так, значит, вопрос в чем? Как получить это соотношение? Вопрос это гипотеза или доказано в теории возмущения? Теория возмущения – это доказано. Это доказано. Да, теория возмущения – это доказано. Но утверждение, что за пределами теории возмущения – это не доказано. Ну, а если мы перейдем к высшей пяти, не знаю, десятой, это не нарушится? Вот существование вот этой функции такого вида не нарушится. То есть, но надо как бы понять, что какой-то ежи, это тоже считается. Ну, а что такое бета? Нет. Тоже, это тоже считается. Да. Вот мы считаем бета, ты же не считаем. Вот. Но, как бы вот Джек Осборн, они насчитали в нужном порядке запас. Да. Сейчас основная проблема это посчитать, как бета-функция была. Да, чтобы получить вот как бы следующий, да, вот 3, 2, 1 уже был, да, еще для этого делать не надо, а вот мы хотели. То есть это точное соотношение, дальше проверяете просто как оно понятно. Но мы вот идея стоит в том, что мы не только управляем, вот как мы вот антиты, да, они проверили, да, то, что мы считали, они удваивают соотношение. Значит, все хорошо, да. Вот, а дальше логика как бы поменялась, я это буду говорить, да. То есть люди стали предсказывать, да, некие слагаемые вот, в высших петлях, исходя из знания высших. Вот. А вообще вот аналитические свойства вот этой функции известны вообще? То есть, ну вот теория возмущения, она мирофорная. Да. А вообще? Ну вот, честно говоря, я ничего сказать не могу. Да? То есть это, да, какая-то функция на пространстве констант связи, да? Ну вот я настолько глубоко не копал, да, все свойства. Обычно, ну, обычно пишут некий амзац, да, для нее. А может быть или нет, но вот это условие оно следует из условий системы согласования без сумина, да, она похожа на то, что она альфа. Вот эту штуку можно тут. Так, хорошо. Значит, вот как бы такие мы себе ставили задачи. Да, во-первых, ну, посчитать для 4-5 сильную константу связи. Да, то, что мы знаем в квантовой хромодинамике, с учетом, конечно же, неких юкасских констант, да, потому что вся вот эта игра, она как раз связана с тем, что у нас появляются как бы вклады от юкасских констант, силы и так далее. Вот.
Хорошо, значит, ну и попробовать, да, обобщить этот результат, который в стандартной модели только мы знаем, да, на произвольной теории. Это сейчас как бы популярно, потому что что значит произвольная теория? Если у вас бета-функция произвольной теории, вы можете засунуть их в этот компьютер, да, которому мы можем дать содержание, он все посчитается. Представим себе, что мы рассмотрели космодическую свободную теорию, где нам казалось бы, выше одной петли ничего вычислять не надо, и тогда это соотношение будет нарушаться. Мне кажется, почему? Ну, это нужно какие-то высшие петли в этой функции, достаточно низших вкладов, или это не важно? Ну, смотря на это, какую задачу решили. Нет, ну вот эта задача с этой теоремой. С этой теоремой? Ну, мне кажется, нет. Здесь важнее именно то, что у вас есть логарифм. То есть, Антипин говорит, что если вы неправильно критерии используете, то как раз нарушаются вот эти веб-ассистенты. То есть вы как бы находите слагаемые, которые не связаны друг с другом. Если вы так видите, да, вот, что, то и подставить вот это соотношение лишних слагаемых, которые их нарушают. То есть идея такая. Спасибо. Мне кажется, вот он тогда говорил, что неправильно, если мы берем все в трех петлях. Нужно именно учитывать. Ну да, да. Собственно, вот он говорит, что нужно использовать вот этот как бы порядочный ордеринг, исходя из этой функции. Сколько вы туда написали, это ограничить каким-то порядком. А дальше у нее там, не знаю, вот здесь 4 петли. Да, сейчас построена вот эта функция до 5 петель. Да, ну вот, не знаю. Такая вот петель. Хорошо. Значит, собственно говоря, здесь я хотел показать некий набор инструментов, да, которые мы используем при вычислении, как бы toolbox. Да. Ну вот, наверное, я много останавливаться на этом не буду, да, но стандартно, что мы делаем какую-то модель, закладываем в компьютер, дальше генерируем диаграммы. Вот важным моментом является то, что мы используем вот идеи Владимирова, да, о том, что мы считаем в размерной эквализации все. Вот, и расходимости, да, связанные с лимбовыми функциями. И мы можем делать такие как бы изменения кинематики таким образом, чтобы и вообще диаграммы, да, чтобы расходимость не менялась, а интеграл становился проще. Да. И вот как бы основным инструментом, да, это вот пропагаторы безмассовые и как бы массивные публики. Да. Безмассовый пропагатор состоит. Соответственно, потому что мы все наши шкалы, кроме одной из нули, и этой как бы, шкала, которая соответствует одному импульсу, который втекает в одну нулю, вытекает в другую. В случае массивных бубликов мы все, как говорится, импульс внешне зануляем и вставляем в диаграмму массу. И массу. С точки зрения расходимости ультрафиолета, это как бы можно делать. Да? Вот, и здесь я, наверное, не буду останавливаться, скажу лишь то, что вы когда начинали эту деятельность, ну, в 16-м году, да, вот не было тех инструментов, которые я здесь указал. Это некий форсер, да, программа, которая посещает кривые пропагаторы, говоря, нажатием одной кнопки, да. И вот пакет, который, о котором я, наверное, что-то скажу, это пакет вычисления четырехкривых бубликов, да, который есть. Он как бы вот эта работа, она тоже входит в цикл. Хорошо. Опять же, здесь показана стандартная вещь, да, что сначала у нас есть продукция неких интегралов, которая тоже является сложной задачей. И нам надо в конце концов вычислить мастер интегралы. Вот. Ну и здесь перечислены некие идеи, опять же, у которых, как говорится, ноги растут из нашей лаборатории. Вот. Это связано с возможностью изменять размерность интеграла, ну и дифференциальные уравнения. Ну и кроме того, идеи, связанные с uniform transcendent weight, да, когда мы строим правильным образом интегралы, вот веб-солфа. Андрей в этом больше специалист, чем я. Вот. Значит, давайте я уже говорю довольно много, да, и расскажу, что мы делали. Первая работа, да, это работа как раз попытка вычислить четырехкривые в этой функции, исходя из вот пропагаторов. Да. Здесь важный момент, что мы использовали идею, связанную с тем, что можно считать только пропагаторы, не объект теории, а бэкграунд калибровки, то есть калибровки по фонарю.
Проблема была здесь следующая. Первое, это то, что там возникала гамма 5, определяемым образом, в размере нормализации есть некая неопределенность, как ее трактовать. И второе, техническая трудность тем, что форсера в то время не было. Да, и все делалось, как говорится, руками. Да, индукция делалась руками, и как бы маппинг интеграла, отчисление интегралов в индукции с тем, что мы знаем, то есть делалось руками, проверялось, тратилось на руки. Вот. Значит, с гамма 5, да, проблема вот возникала в такого рода диаграммах, и мы эту проблему исследовали с точки зрения того, что мы можем, как бы, вот здесь гамма 5 где-то стоит в диаграмме, где начинать, как бы, сочетать этот трейс, да, при вычислении. Вот. Ну, потому что мы исследовали наиболее простой формулировки, да, когда мы используем антикоммутирующую гамма-матрицу, но зато у нас появляется неоднозначность вот в том, что с какого момента мы начинаем читать эту замкнутую линию. И мы как бы вот нашли такое слагаемое и параметризовали неопределенных, да, как бы разные дескрипции от буквы N. Да. Здесь написаны некие такие типичные варианты, с какого места, как говорится, читать это все дело. Вот. И оказалось, что мы выбрали вот R равное 3, да, когда мы начинаем читать, вот, вот здесь зелененький, эту линию из какой-то внутренней нынешней вершины, да, то есть можно с сторон читать. Вот оказалось, что когда мы считаем, да, у нас есть в виде пропагаторов безмассовых, вот, у нас есть доступ к конечной части, мы можем проверить, действительно ли она поперечна, в голом ответе. Ну и мы оказалось, что в этом случае она поперечна, и мы выбрали этот вариант. Вот. Это было как бы наше, условно говоря, достижение в то время. Опять же, была некая интрига, потому что параллельно выполнял эту работал в Солер, вот из Германии, он делает с помощью публика, другой способ, и он тоже получил некую неопределенность. На самом деле, припринт вышел в нашей статье раньше него, но он опубликовал ее позже, точнее, он опубликовал статью раньше, но он как бы никакого прескрипции не написал. Да? Мы это дело полгода возили, в конце концов написали статью, и сказали, вот R равно 3, вот, и вот здесь нам ничего ходить. И привели аргумент. Вот. И в конечном итоге к чему это привело? К тому, что вот люди, которые занимались consistency condition, то есть условиями согласованного изделия, они увидели наш результат и задались вопросом. Вот, нельзя ли использовать, как бы связать тот результат, который был неопределенный у нас, да, с тем, что было на самом деле при вычислении трех ключевых лукавских констант. Там неопределенности нет, потому что она возникает уже в конечных частях этого интеграла, а это не было интересно вот здесь. Но оказалось, что действительно да, что вот, например, можно представить склады в вот эту функцию А, которые связывают вот эти диаграммы вот в таком замкнутом виде, да, то есть как бы такие бублики, вот, и там разрывая какую-то линию, да, или выкидывая вершины Юкавского, мы приходим либо к таким диаграммам, либо к таким, да, а разрывание линий или выкидывание вершины, это как раз есть дифференцирование, да? Вот, и они сделали утверждение, что вот здесь написаны некие соотношения, да, между так называемыми тензорными структурами, да, которые есть в бета-функции калибровочной константы 4 клеток и бета-функции Юкавской константы 3 клеток. И эти соотношения как раз и фиксируют неопределенность, вот уже такое красивое, в 4 клеток, да? То есть, зная вот то, что здесь было насчитано, там нет неопределенности, вот эти петли, да, красивые, вот, они предсказали, ну, на самом деле предсказали, да, проверили то, что мы уже делали, условно, да. У них был некий такой подход, у нас был такой немножко вычислительный подход, вот. Казалось, что наш ответ правильный, вот, и важный момент был то, что они доказали, да, что это соотношение, да, оно не зависит от теории, да. Мы считаем стандартные модели, они сказали, что это не зависит. Да. То есть на самом деле вот эти штуки, об этом я буду говорить, они модельно независимые коэффициенты. Да. Вся модельная зависимость заходится вот в этих тензорных структурах. Что вы понимаете под этим Юкавским коэффициентом? Вот, значит, сейчас я немножко хочу отвлечься, да, в каком фонологическом порядке я иду. Это вот немножко поговорить о том пакете, который сделал Андрей, да, для вычисления четырехпутевых публик. Да. То есть это еще один такой пакет, да, инструмент, которым мы можем пользоваться.
проверять свои расчеты, сделанные с пропагандой, с помощью такой штуки. Да. Но, в принципе, история вот, четырехпетлевых бубликов, она большая. Да? Я только что говорил, что Цоллер, да, из Германии, он уже использовал их, но он делал это своим приватным кодом. Да? Опять же, ну, что он, наверное, на коленке сделан. Да? Вот. Здесь же Андрей в 2017 году выпустил код, и он оптимизировал редукцию вот этого, вот это как бы топологии. Да? Вот. И эта редукция сделана была на основе вот такой вот декомпозиции. Она основывалась на таком подходе, как вот соотношение между интегралами различных размерностей, да, стримов на двух. Да? Ну и неких разных направлений для подинтегралов, ну, для интегралов. Да? Детали, опять же, Андрей указал вот в этой статье, да, семинарно, по-моему, он здесь не делал, но в любом случае видно, что его код, да, работающий на примере некого интеграла с числителем, да, а именно редукция, она позволяет интегралу превратить интеграл с нетривиальным числителем в мастер интеграла. Вот здесь показаны некие тайминги, да, зависит от того, какая степень числителя вы помещаете в интеграл, да, в интегральное выражение. Вот. Ну и закончить я хочу этот слайд тем, да, что код был протестирован во многих наших и моих вычислениях, вот, и в том числе вот статья, которая тоже попала в этот цикл, вот, она использует наработки, которые будут сделаны Андреем работе. Хорошо. Значит, опять же, отвлекаясь от тех задач, которые были раньше, да, я хочу сказать немного о своей работе, да, которая была сделана после того, как вот наши конкуренты из Германии, да, они выпустили работу, посвященную бета-функциям, трехпетлевым бета-функциям в двухдублетной модели. Да? То есть это простейшее расширение стандартной модели, вот, которая, возможно, имеет что-то жизнь. Да? Предсказывается всего там несколько степеней свободы скалярных, возможно, их можно найти. Кроме того, привлекательность этой штуки в том, что многие другие модели, да, суперсимметрии, например, они в качестве как бы низкоэнергетического предложения могут иметь двухдублетную модель. Да? Все суперпартнеры тяжелые, а вот дополнительные фиксы, они там где-то болтаются в районе энергии вычислений. Пока это, конечно, не найдено, но возможность такую исключить нельзя. Вот. Ну и, собственно, проблема, которую я пытался решить, это, ну, дополнить эти вычисления тем, чтобы рассмотреть скалярный сектор. Да? Просто для того, что будет. Вот. Ну и упростил я себе жизнь тем, что я как бы рассмотрел чисто скалярную теорию. Да? Вот. А, опять же, в чем были сложности? Сложности были в том, что здесь существует некая свобода вектор-информатизации, да, наших полей. И от этого зависит, какие там константы связи, там, комплексы, ну, точнее, ну да, то есть это представление единственное, вот. Всегда есть различный способ записать потенциал, да, но понятно, что наблюдаемые должны зависеть от каких-то инвариантных комбинаций всего этого сделать. Вот. И хотелось бы как бы понимать, сколько вообще как бы физических параметров, да, которые как бы нельзя исключить там поворотом системы координат, а сколько таких как бы ненужных нам не свобод. Вот, это раз. Вот как бы здесь сказано, да, что вот эта симметрия, да, позволяет как бы уменьшить число физических степеней свободы для числа единицы. Вот. А в контексте вычислений в этой функции, да, то хотелось бы, чтобы вот проблема, которая у меня возникла, это то, что у нас трудно, ну, не было тогда, сейчас уже, наверное, не трудно, работать с матрицами, да, вот тензорами, с четырьмя индексами. Да? Чем больше мы петель ставим, тем больше этих индексов. Вот. Их надо как-то сворачивать, да? Появляются разные свертки, что с ними делать. И понятно, что в каждый конкретный, как бы, каждый конкретный индекс имеет конечное значение. Да? И в конечном итоге у нас эти свертки, да, должны упрощаться. Вот. И чтобы помочь себе в этом,
я использовал вот как бы такое другое представление, да, то есть переход от представления вот этих полей как два бар, да, вот фи бар, к перенейным комбинациям, то есть 3 плюс 1 по группе S, O, S2, ну или S3, да. То есть я получил, есть триплет от R, и R0 это синглет относительно от этого. Вот. И на самом деле вот получилось, что вот эту конструкцию, да, можно записать в таком виде и получить, что у нас есть как бы степени свободы, константы связи, это вот два синглета здесь, да, на самом деле еще третий синглет в симметричной матрице и, ну, и два триплета. И симметричная матрица. Да? Вот, такие у нас как бы есть степени свободы, они преобразуются независимым образом относительно вот этих репродуктизаций. Ну и это помогло, да, как-то упорядочить вот эти вычисления. Да? И это было сделано с помощью вот, как бы, теоремы Кейлинга, да? Вот, если я правильно говорю, вот, которая говорит о том, что матрица, да, квадратная, она удовлетворяет своему характеристическому уравнению. Да, то есть можно старшей степени этой матрицы упрощать и приводить к младшей. Вот. И, собственно, эта идея была использована, чтобы написать некий анзац для бета-функции. Да? То есть у бета-функции у них тоже есть те же самые индексы, и вот этот анзац. Да? И коэффициентами эти буковки являются некие полиномы по инвариантам. Да? Вот эти инварианты были перечислены. И как раз вот эти инварианты связаны с теми физическими параметрами, да, которые характеризуют на самом деле физику, да, то есть вот эти варианты, да, варианты, штуки, они должны быть в конечном итоге свернуты, да, вот, и получить что-то связанное с физикой. И вот опять же, для того, чтобы проверить, да, правильно ли я записал эти варианты, все ли я их перечислил, да, был использован вот редригитер, то есть был вот здесь я читал обзоры, да, то эти ряды используются для как бы классификации вариантов разных теорий, суперсимметричных и так далее. Используются, Дженкинс использовали их для того, чтобы найти варианты в стандартной модели, да, когда есть у нас много юкарских матриц, матриц, да, то есть они описывают слоеванные переходы, да, какие параметры являются физическими в этих матрицах, какие. Вот, ну и был построен мной впервые вот такая штука, да, которая как раз при разложении дает эти инварианты. Из этого выражения можно сразу понять вот по знаменателю, какие и сколько параметры, да, вот как бы суммарная вот эта степень, 2 плюс 2 плюс 2 плюс 1, получается 7, это вот 7 параметров, которые у нас есть для того, чтобы описать столярный сектор без массового слагаемого. Да? Вот. Я здесь рассматриваю как бы пренебрегая массой, но в статье как бы данные с учетом массы. Да? И самое важное, что можно построить так называемый мультигрейдер, да? Градуированную, когда мы каждое представление, которое у нас есть, да? Вот. Ставим соответственно свою букву параметров, да? Иногда я называю химическим потенциалом. И тогда можно прочитать, да, как, ну, знаменатель. Каждая скобка соответствует какому-то конкретному варианту, составленному из вот этих слагаемых. То есть T1 и T2 – это просто синглет. Да? При разложении мы получаем геометрическую прогрессию, значит, в каждом порядке значений мы можем множить синглеты, да, и получать инвариант. Да, вот этот инвариант T3 в квадрате – это есть как бы трейс, да, от лямбда в квадрате там. Нет, это t3. Ну да. То есть это E2.1. А нет, это скаля, извините, скаля нахождение двух векторов. Это вектор, дальше понятно. Да? Вот. И вот это все слагаемое имеет смысл, да? И в том числе имеет смысл и числитель. Да? То есть числитель задает нам некий, по конкретным здесь некий вариант, который составлен он шестого порядка, да, то есть он составит из произведения шести лямбд каких-то раз, два, три, четыре, шесть, да, но он оказывается не независимым, да, точнее не то, что он независимый, он независимый в том смысле, что квадрат уже не является независимым, да. Вот. То есть это как бы было проделано, и на самом деле это было одним из результатов формально побольше, да, но которое привело, как я пишу, некие последствия, да, то есть буквально там через несколько
неделе, да, появилась работа, которая как раз обсуждает вот эти дела, строение вариантов комбинаций, построение проекторов на эти ковариантов, да, которые были в двух дублетных, ну а дальше вот в этом году и много дублетных, да, появилась такая штука. Вот. Еще один побочный, как казалось, проект, это было то, что я проверял некие общие формулы, которые вот в классических работах, и оказалось, что вот статью закрывал с ошибкой, да, опечатки, я бы сказал, вот, потому что не использовались, ну, то есть использовались диагональные аномальные размерности при вычислении в этой функции. И они, опечатка кочевала во всех кодах, да, которые использовались. То есть, когда у нас нет смешивания между хиггсовскими бозонами, да, вот, или между скалярными полями, у нас все нормально. Но как только у нас появляется возможность смешивать некий глобальный симметрии, получить ответ не совсем правильно. И это было как бы обнаружено, и, собственно говоря, после этой работы вышла еще другая работа, да, в частности, автора вот одного из кодов, которые они как бы систематически нашли все ошибки вот в этих работах, их исправили и закодировали новый код. Вот. Ну и, конечно, как бы вот появилась возможность, существуют специальные, опять же, коды, которые исследуют конкретно двухдублетную модель, и туда было добавлено для того, чтобы играться с порядком теории возмущения. Вот, значит, ну вот как бы здесь я хочу закончить да, тем, что вот получилось скалярный сектор трехбетлер, да, ну и после того, как была посчитана эта штука, да, вот, появились работы, да, в 2020 году, которые использовали этот результат, чтобы получить результат для бета-функции скалярных теорий, которые верят в произвольные скалярные теории поля. Вот. Опять же, это то, что происходило, как говорится, слоем мэчинга, да, то есть вы берете некий ансатз вот, в общей теории поля и сравниваете их с конкретными вычислениями. Вот. Значит, но прежде чем перейти вот к этому подходу, да, опять же, с точки зрения истории, как бы одна из идей обобщения вот этой штуки, это посчитать там четырехбетлер, да, ну, так, посмотреть, как вот этот аппарат, да, работает в четырехбетлерах, вот. Ну и в конце концов Андрей ко мне пришел и говорит, что ты, как бы, занимаешься непонятно чем, давайте мы сделаем более амбициозный, как говорится, проект, это сделаем, как бы, Фи4 в 6 петлях до произвольной вот такой модели. Да, то есть мы посчитаем в общем виде в этой функции для всех параметров вот такой штуки. Да, я обращаю внимание, что есть массовые слагаемые, трилинейное взаимодействие, стандартные Фи4, тотпол и вакуумные энергии. Вот. И на самом деле идея была довольно тривиальная, она простая. Это вот обобщить вот такую штуку, да, которую, допустим, в частности, примените, да, Дмитрия Игоревича, на, собственно говоря, 6 петель. Да? Потому что, ну, на самом деле, вот Тумбанец и Панцер в 2017 году был уже некие ответы вот именно в такой форме. Да? Вот, с симметрийными факторами, ответственными за ОМ, да, то есть не рассматриваем конкретную модель, но зато вот результаты этих каэшных операций, да, когда мы, ну, контрчлены они выложили, а каждый диаграмм, вот. Но для, для четырех точек и для двух точек, да? Вот. То есть наша идея была то, чтобы взять, как бы, эти результаты и использовать в нашем, как бы, сетапе, вот Андрей, опять же, написал некий файл, который брал вот этот результат компонента и подставлял, что называется, в правильном виде вот диану, который генерит, да, то есть диаграмму, вот, с определенной расстановкой импульсов, и по этой расстановке импульсов там ставилась метка, которая соответствовала вот одной из такого рода диаграмм. Вот. Это было сделано, и на самом деле получен вот общий результат для ну, бета-функции трилинейной константы. Дальше использовался вот метод, как бы, такого вот вспомогательного поля, да, чтобы превратить в эту функцию вот этой константной связи, в эту функцию вот всех этих штук. Да. Вот, это как бы более-менее тоже стала стандартная вещь вот здесь.
И, оказалось, что предыдущие там авторы, которые пытались сделать то же самое, я публиковали, в частности, человек, они там немножко ошиблись, да, в комбинаторике, но мы это все исправили и опубликовали. Значит, опять же, здесь идеи, наш ответ будет представлен следующим образом, вот, опять же, предвосхищая то, что мы будем делать дальше, это вот эта функция такого рода HTTPLX, она была разложена не в тензорной структуре и в константе. Да? Тензорная структура – это просто, да, что называется, сверху, да, лямбд по каким-то индексам, и наружу там сейчас нужны. Вот. И это как бы мы идентифицировали такие структуры, ну, собственно, эти диаграммы, они тоже входили в тот файл из работы компоненции и панзера. Вот. И написали вот в таком виде, да, в общем. Да? То есть нашли эти коэффициенты, собрали все вот, с точностью до, да, вот этих перестановок, да, и с помощью вот таких формул получили вот функции для размера констант связи. Вот. Единственное, тут как бы материальный репутаж, что мы когда вот заменяем, ну, сворачиваем, условно говоря, нашу вот функцию с каким-то там вспомогательным полем, нам надо брать вот такого рода вот от поля, да, вот вспомогательное поле, через него, извините, условно не течет, да, вот появляется такая палка с от поля, да, вот их надо выкинуть, чтобы получить правильный ответ, да, то есть все было алгоритмизировано. Вот, ну, встал вопрос, мы получили вот это общее выражение, чего с ним делать, да, как его использовать, мы решили как-то сами с ним поиграться, да, ну и, конечно же, мы воспроизвели то, что было сделано компонентным паттерном в 2017 году, но кроме того, мы посчитали вот здесь как бы в эту функцию для вакуумной энергии и еще добавили некую там вот такие квадратичные возмущения, да, симметричная матрица, вот, бесследовая, которые тоже были рассмотрены вот компонентом и коллаборатором вот, в 2019 году. То есть мы воспроизвели их штифтные мотивации. То есть мы как бы что сделали? Вот, Миша, он брал некую модель, считал в ней как бы заново, да, все, подставлял те интегралы, которые они посчитали, и для каждой модели они делали, условно говоря, это все заново. Мы как бы посчитали все заранее, и нам надо было просто посчитать вот эти тензорные структуры, да, в конкретной модели. Вот это была основная как бы проблема. Да? Вот. Дальше мы пошли, да? Взяли вот такие матричные модели, такого рода Лагранжан для действительного и комплексного, условно говоря, это параметры порядка, да? И взяли вот такой самый довольно тяжелый тест был, это когда мы взяли поле с тремя индексами, тензорная, которая вот условно говоря записывается такого рода. Да, мы видим, что здесь есть две константы связи, здесь еще три. Вот. И опять же, в статье написано, что вот это такое. Да, просто это разные такие свертки между вот этими тремя индексами. Вот. Ну и понятно, что исходная, да, идея, которая была, это можно сказать, обобщить. Да, вот то, что я делал, сразу на 6 петель. Минуя там 4, 5, использовали. Да? Ну и, собственно, как мы использовали, да. Самое простое, я, конечно, начну с того, что я делал до этого, да, это двухгранная модель. Идея тут простая. Мы просто переписываем нашу модель, как набор скалярных полей, ну и подставляем, как говорится, вот, да. Нумеруем их как бы, подставляем наши формулы, и это как бы работает, да, вот, и получаем вот функцию. То есть мы это сделали, проверили, что даже до трех петель мы получаем то же самое, что как получил я, ну и получили еще 4, 5 и 6. Вот. Вторая идея стояла в том, что как бы вот в матричных моделях мы можем как бы сделать такую декомпозицию, вот, когда есть какие-то матрицы и вот эти скалярные поля. И нам нужно, что называется, переписать наши константы связи и массовые параметры, да, вот в таком виде. Да. Здесь просто трейс следы этих матриц. Вот. Но это тоже было сделано. Вот. А дальше использовался алгоритм типа Цветанович, да, когда мы можем распутывать свертки по вот этим индексам. Ну, вот примерно, да, здесь написано. И было проведено вычисление вот, в таком наборе моделей. Да. В этом смысле мы благодарны нашим коллегам, да, коллегам, победителям. Да, и Георгию Калагову, что он нам помог, да, как бы найти применение в нашем вычислении. Ну вот здесь дали вот эти как бы формулы, которые мы использовали, да, TAB это трейс генераторов, он стандартный, ну, мы нормируем единицу, чтобы у нас был канонический
на объемные кинетические схемы. И вот эти соотношения для того, что фильтры, которые мы используем в каждой модели. Вот. Значит, я, опять же, не буду останавливаться подробно на конкретных этих моделях. То есть мы потратили какое-то время, чтобы это все выписать. Наверное, это можно делать быстро и тривиально. Но вот здесь отмечены некие новые результаты, которые мы получили. Вот 5,6, 5,6, 5,6. Вот. Мы проверили, во-первых, то, что было раньше, нашли там некие отпечатки, да, сопоставились там с теми иными людьми, ну и вот сделали новый результат. Да. Ну вот резюме по вот этому ФИН-4, да, вот такой. То есть это работа этого года, да, вот мы сделали такие вычисления, ну и вот мы считаем, что как бы для физики высоких энергий прям сразу это применять, наверное, не стоит, но вот, собственно, для тех, кто занимается вычислением всех критических индексов и пересуммированием, это важно. И вот, собственно, сейчас наши коллеги докладывают, что в подобные конференции. Саша, да. А вот эти размерные вклады, там, 3 и 3 и так далее, они как раз в каких приложениях поставили? Какие приложения? В высоких энергиях они работают, да? Ну, в принципе, вот эта модель, которая вот здесь была, вот здесь написано фигры, да, она рассматривалась вот как бы модель фикса в отжимке, ну, как представление, да, то есть реально мне ближе, наверное, вот эта модель, там рассматривалась вакуум, и там было, в принципе, да, возможно, кстати, в присоединенном представлении Хиггса, там будет, да. Но что касается, по-моему, вот, вот эти люди смотрели как бы Z273, они выкидывают. Но вот, вот это приложение, оно как раз, что мы говорим, физику. И 3 интересно, 6 измерений. Да, ну, здесь пока 6 измерений нет, но, по-моему, вот докладывал Андрей про работу. Да, я о ней, наверное, скорее вообще ничего упоминать, да. То есть, то есть вычисления, да? Если для электрических явлений, то, наверное, они на равных с Фи-4, да, проходят, или, не знаешь, там они вообще применяются? Ну, там меньше насчитано. Вот Андрей посчитал 5 потерь, и там его соавторы, ну, так, не знаю, конкурент, вот, другим способом посчитали тоже 5 потерь. То есть Фи-3 в шестерке, сейчас 5 потерь, как бы, стоит на фарт результат. Вот. А в Фи-4 там, не знаю, 7-8. Сильная мощность. Вот. Значит, именно, на самом деле, вот последнее достижение, да, наше, вот, как бы, ну, завершающее некий класс проблем, это вот, как бы, функции в произвольных теориях поля, да, вот. То есть это как раз то, что я и начинал говорить, то есть идея стоит в том, что делать некие формулы, которые справедливы, вот, если Грижан, как говорится, вы его переписываете в таком общем виде, вставляете и получаете в этой функции. Да. И вот идея, опять же, здесь, Виталий, вот в этих работах, да, важный момент, конечно, без которого мы не могли сделать, то, что было написано, да, вот такое хорошее представление, во-первых, для Лагранжана, во-вторых, построены вот эти две consistency condition, да, в условиях. И важно, что вот построены эти тензоры, да, по которым, точнее, базис тензоров, по которым раскладывается в этой функции для калибровочной константы и как, да? Вот. Но мы здесь лямбду не рассматриваем самодействие, потому что она и так известна в бюджете. Да? Вот, то есть и еще одним моментом было то, что вот появился, вот, опять же, личный код, который можно использовать. Он как раз, в нем были биты, да, вот эти тензорные структуры, но не с неизвестными коэффициентами, да, 4-3-5. И он позволял, вот, у вас есть Лагранжан, вы туда вбиваете, он задает вам эту функцию в терминах этих неизвестных коэффициентов. Да? Идея, вот, которая, ну, опять же, Андрей, как бы, ее автор, да, то, что можно создать простые модели, да, специально для того, чтобы зафиксировать неизвестные коэффициенты. Да? На самом деле их осталось не так много, да, потому что вот эти коэффициенты были много зафиксированы из известных результатов физических моделей, в том числе и из наших. Значит, и здесь, ну, написано 4 модели, да, которые мы использовали. Это модель как бы с двумя группами, да, и с колярным полем заряженным по двум факторам. Модель с дирактовским
фермионом, да, фундаментальным составлением Хиггсским полем и некоторым количеством электрон. Вот. Опять же, такая модель, где есть фермион и три столяра, но уже в присоединенном представлении. Но это все нужно было, чтобы неким образом разделить диаграммы, отличающиеся групповыми факторами. Да. Вот. И вот, как бы, на самом деле, в исходной работе, которую мы поставили в журнал, мы рассматриваем только вот это дело. Потом было там два коэффициента, которые мы не могли разделить друг с другом. И в конечном итоге мы вот сделали такую модельку, U1 модель, которая позволила вот, как бы разделить вот эти две тензорные структуры. Видите, они очень похожи, да, руками, как бы вот есть такая вершина, это класс собственной энергии во внешнюю ногу, да, и он просто повернут, да. То есть мы попробовали найти такую модель, в которой вот эти диаграммы давали бы разные тензорные структуры, да, потому что обычно, если вы поставите стандартную модель, эти диаграммы, они спарятся, как бы важно, то есть вы получите сумму этих коэффициентов. Ну, вот была придумана такая штука, да, вот как бы с маточной константой связи, с векторной константой связи и просто число, да, вот. Ну и как бы получилось это все сделать, да. Здесь эта табличка, представлена в нашей статье, она как позволяет понять, да, как вот уменьшалось количество неизвестных, да. То есть у нас есть калибровочная константа связи и парская. Вот раньше было в 4 метрах у нас 202, структуры, да, здесь 308, другая в 3 петлях. И вот мы применяли разные как бы, ограничения, вот, то есть до двух этих черток, это то, что было известно до нас, в чем-то мы здесь тоже участвовали, вот в этом вычислении и в этом, да. Вот, здесь Андрей написал некий код, обобщил вот РГВ, да, чтобы она считала в ущелье, да, с произвольной группой, да, то есть там по умолчанию стоит то, что она может посчитать в квантовой хромодинамике, но это у нее там, например, фиксировано, да, SU3, SU5, вот он сделал, чтобы это как бы было с резюмирами, вот, и, конечно, у нас осталось не так много, 9 и 14, вот, а потом мы начали применять наши модели, и видно, что вот этим жирным шрифтом отмечены это как бы новые ограничения, а вот плюсиком стоят это некие условия, которые выполнялись, да, то есть тожество, да, то есть всего мы имеем 30 условий на коэффициент, но 25 из них выполняются благодаря тому, что было раньше. И вот потихоньку мы пришли вот к этому нулю. То есть формально мы использовали вот эти условия, да, и на самом деле, ну, нетривиальный факт, что вот Тейлор-Жан асимметричен, да, то есть на самом деле там есть некие рассуждения по поводу того, да, что эта штука можно ли сделать симметрично, да, причем давая добавление неких контрчислений. Вот. Ну и вот мы представили вот результат, да, который для всех этих коэффициентов, да, вот 4, 3, 2. Да, как бы наше последнее достижение. Ну и опять же, мы не просто представили результат, мы пытались его применить к тому, что интересует там людей, да, наших объектов. Мы вычислили 4 в этой функции, да, для усиления константы связи в расширении стандартной модели с любым количеством дублетов. Да. Ну и для одного это стандартная модель, для двух это двухдублетная модель, ну и так далее. Дальше вот есть некая побочная эффект, связанный с тем, что у нас есть некая неопределенность в этих функциях, ну, путем добавления, да, антисимметричных, ну, можно представлять так, антисимметричных собственных энергий, да, которые соответствуют унитарным поворотам, да, вот, при нормогрупповых как бы, потоках. Да, то есть у нас не просто поле как-то шкалируется, но еще и вращается по группе. Да. Вот, и мы представили некое выражение для коэффициентов тензорных структур вот этих антисимметричных факторов. Конечно, мы это сделали, исходя из формул, которые были представлены вот в этой статье, да, но мы, как бы сказали, делали некое предсказание, которое можно проверить, да, вычислениями другого рода, не таких, да. Вот. Значит, какой мы считаем будет импакт от этого, то есть последствия, то, что как бы, ну, я думаю, там, эти люди, которые разрабатывают эти коды, да, они включат их, да, наши расчеты в все эти модели. Ну и можно сказать, что вот Андрей как бы модифицировал эту РГБ, так, чтобы
это все работало уже сразу, да? Связали стартером. Вот, значит, ну вот, это на самом деле такой класс большой проблем, да, связанных с вырождениями в произвольной теории. Вот он вырешился на шаблоне. Вот, значит, я немножко переставил хронологически вот, как бы, вот эту тему, да, связанную с вычислениями конечных частей вершинных функций в трех петлях. Да? И это связано с тем, что мы рассматривали вот, схемы номинальных, ОМ схемы известны, в этом нужно иметь доступ к конечным частям интегралов. Да? В частности, вот челлендж был у Андрея, то, что он рассматривает трех точки. Да? Но в симметричной точке, то есть когда все квадратные импульсы равны друг другу, то есть это так называемая симметрия Омская. Значит, она связана, ну, важность ее связана с тем, что она не зависит от регуляризации, да, и ее можно, как бы, результат полученной этой схемы, можно сравнивать с непертурбативными вычислениями в решетке, да. И на самом деле, вот мы сначала смотрели альфа, да, сильную константу связи в Омской в трех петлях. А потом рассмотрели как бы некий фактор, пересчитывающий массу кварков из NOS-BAC схемы вот в эту схему. И мне кажется, вот этот второй результат он такой важный, потому что как раз вот буквально через там, пару месяцев возникла работа, которая улучшила значение массы C-кварков на NOS-BAC, полученной на решетке. Вот, как бы, там была не так хорошая точность, в принципе, но они уменьшили там, на 10%. В каком смысле конечная часть не зависит от регуляризации? Что я не могу придумать регуляризацию, у меня такой другой? Ну, в смысле, то, что она выражается через значение функции Грина, ну да, можете регулировать его lattice там или как-то по-другому, но значение вот, функции Грина или комбинация, оно не будет зависеть. То есть мы можем напрямую сравнивать вычисления в разных схемах. То есть мы же вычисляем некую функцию Грина при определенном импульсе, да? Вот. И мы можем ее вычислить на решетку, где-то еще, и сравниваем значения. То есть я это так. Если вы смотрите, вычисляете, она не будет зависеть от регуляризации. А функция Грина не масса оболочки, то куда же не зависит? Сейчас. Они, в принципе, ну, на самом деле, здесь построены некие комбинации, естественно. Там построены некие комбинации функций Грина, которые не зависят. Да. Да. Так что вот я все-таки спрошу. Да. На эти результаты влияет ли наличие аномалии? Если вы рассматриваете произвольную теорию поля, есть аномалии, то есть на запекивную расходимость это может и не влияет, но в конечной части вообще говоря даже. Ну, честно говоря, я попробую ответить. Значит, мы в своих как бы вычислениях, да, конечно же, это не используем. Да? Вот. То есть типа это перпективные вычисления, да, они как бы таковы, что мы никакие аномалии, конечно, не видим. Но на решетке они как бы. У вас хиральные фермионы есть? Хиральные фермионы с КХД нет. Нет, КХД нет, но если рассматривать произвольную теорию поля. Ну да, но мы здесь рассматриваем сейчас перед хорошим. Да. Я думаю, что есть вектороподобные все теории. Да, все. То есть здесь нет этой проблемы. Да, проблемы-то есть, да, но проблемы здесь рассматриваем вектороподобные. Как бы эти проблемы. Так, ну, время уже как бы подходит к концу, да, здесь я некие формулы, которые, опять же, я взял у Андрея из презентации, из нашей статьи, как мы это сочетали, как используем условия нормировки, да, вот, ну, и мы сначала пересчитали, да, константу связи, да, которую мы определили из разной функции времени, MS-бар, то есть такой, как бы, фактор, вот, x. А потом сделали пересчет. Понятно, что это лишь как бы изменение схемы вычитания, да, и мы можем как бы использовать известную формулу для четырехкривой бета-функции в MS-бар, получить четырехкривую бета-функцию в любой схеме, используя вот такой трехкривой пересчет. Вот. Но вот опять же я хочу сказать, что здесь мы вычисляли некие вставки операторов, да, в
кварковых вод, и чтобы получить определение для переноски кварковой массы. Здесь опять же есть некий деталь, вот, и можно сказать, что ну, эта работа на самом деле она была сделана аналитически, да, то есть мы получили эти факты аналитически, но наши коллеги, конкуренты, они сделали в Германии тот же расчет численно. Да. Ну, и получили мы хорошее согласие. Но, кроме того, мы взяли как бы, результаты, получили компрессионный фактор, немножко унифицированную схему, связанную с тем, что мы можем немножко по-другому подкрутить останки перегрузки для кварковых пуль. Ну и опять же, какое было сразу приложение, да, это то, что мы вот, почти сразу, да, вот эта коллаборация решеточная, мы с ними как бы общались, обсуждали там эти детали, сравнивали, вот она получила вот, новое значение этой штуки. И вот, ошибка, связанная с вот этими неизвестными планами в вот этом факторе, matching factor. Вот, вот это она позволила уменьшить, то есть их оценки, да, на порядок. Ну, ладно, на порядок, ну, два раза. О. Ну, последние слайды посвящены вот этой работе, да, с Мишей Компанийцем, Андрей, он делал семинар, вот, подробно обсуждая технику использования там, хитрых трюков для вычисления пятипетлевых расходимостей через четырехпетлевые интегралы. Вот давайте я как бы пропущу это и в качестве заключения, наверное, как бы перечислю да, те работы, которые выставляются как бы, на премию. Да? По названию можно примерно понять, что это такое. Да? Вот. Ну вот первая работа это как раз вот наше последнее достижение. Удалось подобрать его физреплетрос, но остальные работы, вот, там, мне кажется, тоже нормальный журнал, Шхеп, физреплетрос, физреплетрос. Ну и так далее. Вот. И мы как бы ожидаем, да, вот по свежим работам, там их уже начали немного цитировать, вот, и ожидаем, что как бы это все найдет какие-то приложения, да, понятно, какие вот в, как в физике частиц, так и в статистической физике. Вот. Ну и спасибо за внимание. Вот, Дмитрий Ильич, вас с днем рождения. Вот, диаграмму вы когда-то посчитали, но мы тоже как бы считали такую диаграмму, условно говоря. Мы написали некий код математики, это рисуется из диаграммы до 6 петель. Но вот я нашел эту диаграмму, мерить, и вроде как это она. Так что у вас с днем рождения, мы продолжаем, условно говоря, ваши традиции. Да. Вот. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Вопросы. Саша, для общей ориентации напомню, вот скажем, Фи-4 в четырехмерии, сколько петель сейчас в этой функции вычислено? 7, по-моему. Есть некоторые результаты 8, все там. Нет, нет, чтобы вся. 7, да? Ну, 7, да. 7, 7. А вот в связи с этим, у меня тоже есть вопрос в пункте. Несколько лет назад было совещание в Париже. Там компаниец рассказывает, по-моему, даже с 5 считали. Да. И там был немец один, а? Да. Он тогда посчитал 7, причем он как-то другим способом. Другим способом, да. То есть вот такой как бы техник, который считаем, ну, мы условно говоря, это вкратце. Это вот Мишка Манеевич 6. А вот то, что вот этот немец предлагает, как бы это с этой стороны двигается, куда это? Потому что он тогда всех поносил. Он тогда так быстро все пересчитал. Я его приглашал тогда сюда. Но как по семейным обстоятельствам не могу приехать. Что я ему предлагал полную оплату всего, только приезжать. Ну, не вышло. Может, теперь еще попробовать. Ну, не попробовать, но нет, как он говорит. Математически так. Даже математика. Но мы пока не используем для нашей деятельности. Мы пока что традиционным способом. Так, все равно. Да. Конечно, сильный работа. Серия очень сильная. И как это работы сделали, результаты сильные. У меня просто некая в голову пришла некая задача, где возможно это все удастся применять. Довольно давно была деятельность по построению теорий, которые были асимптические свободы по всем квантовым связям. И это достигалось так называемых особых решений уравнения группы, когда все квантовые связи просто только перепрочили. Но вычисления все были сделаны в одной петле.
Там возникли там некие равнения коэффициенты, они решились. Но интересно, вот это выше петель, эта идея может быть выдержана или нет? Надо смотреть. И я вообще уверен, что может быть. Мне казалось, что если решения получились в одной пути, то они же здесь никуда не могут. Если ты нашел вот в этом пространстве констант связи такой сектор, даже не обязательно точно какой-то некий сектор, где вот это выполняется, то мне кажется, что высшие петли это все сохраняют. Вот, мне кажется, это общая скорость этих дифференциальных уравнений. Может быть, но интересно, у них даже все возможности не дают. А, вот у меня тоже еще один вопрос вам возник по поводу регуляризации. Вот все-таки как бы одна из моделей, или там много моделей, которые вы применяете, это суперсимметричная теория. И тогда спрашивается, какой регуляризации вы не написали? Да, я настолько привык, что мы используем размер регуляризации PMM2-7. Если вы как-то считаете суперсимметрией, нужно делать какие-то пересчеты, да? Да. Вот, и это люди делают, естественно. То есть мы как бы... Вот, некоторые коэффициенты, да, которые там в общем аннотации были зафиксированы и проверены, они были как бы проверены из суперсимметричности теории. Да, но с использованием коэффициентов пересчет, да, которые учитывают то, что там, условно говоря, вклад отличный скаляр. Не, ну вот нам недавно продемонстрировал Костя Степанян, да, как это можно далеко так по петлям считать с высшим происходом. Да, и вот оказалось, что это можно действительно считать, и даже вот да, и там все явно суперсимметрично. Нет, ну казалось, вообще не подъемно, но показалось, что подъемно, да. Ну, то есть, Иосиф как раз с этим делом сталкивались с ним подробно. Потому что это, конечно, проблема. Я помню, когда мы рассказывали суперсимметричные вычисления, в таких аудиториях, где люди так придираются, они говорят, ну как, вы же считаете, мне нравится регуляризация, у вас там все расползает. Ну да, но как всегда, по-моему, конечно, тренировкам можно подумать. Ну да, да, но да, 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 конечно, но это надо подкручивать каждый раз. Да. И не пользоваться эффектом, там нельзя пользоваться. Да, эффектом тогда нельзя пользоваться иногда. Вот. Ну вот утверждение такое, что из этих стоимостей согласования в разбарах можно так сделать, что все будет хорошо. Как это реально действует, ну, вот на уровне диаграммы, да, на самом деле иначе не будет деятельности давно, никак не доделали, то есть вычисление четырехкутневых диаграмм уже там для лукавы и для лямбды. И мы там посчитали, вот эту всю, как бы, есть некие неопределенности, да, то есть мы тоже там крутили эти трейсы, которые возникают, вот, но пока как бы руки не дошли применить эту технологию, чтобы попробовать зафиксировать этот производство. Да. Может быть. Так, еще есть какие-то вопросы? А, вообще интересный вопрос. Я Славу увидел, вспомнил спецфункции. Вот когда ты задался вопрос, в каких терминах получаются ответы, да, у вас там эти Z-функции и прочее, вот вы вышли за класс Z-функции, какие-нибудь двойные суммы, там, тройные суммы какие-то или нет? Там есть специалист, по крайней мере, точно вот в этих конечных интегралах, там, в схеме, там, за их пределами. Да, ну вот в MS-баре, там, по-моему, все. То есть пока еще в центре функции все, да? Ну или вообще нет. Да, мультик, да. Потому что такая... Ну, центр функции это однократный ряд, а там уже двукратная, трехкратная получается, да? Это то, что просто с первого раза говорил, что появится какой-то пути, а уже вот эти многократные ряды. Все равно еще три. А? Все равно еще три. Нет, ну вообще мы говорим, потому что это разный ряд, а? Нет, но это еще не тот класс, о котором... Который ты выявил, да. Вот, по-моему, и другой пункт, который вот это определится. Колесо. Да, пожалуйста, вот там вопрос. Это не вопрос по поводу работы, что-то, которое может быть интересует всех присутствующих. В конце сентября состоялся ученый совет. Вовремя ученого совета выступил с докладом по поводу деятельности нашей лаборатории Дмитрий Владимирович, директор наш. Его вступление произвело хорошее, очень хорошее, глубокое впечатление на членов ученого совета. То, что было выражено в решении ученого совета,
во время которых, конечно, присутствовали только члены ученого совета. Там был даже такой разговор, который показывает в некотором смысле, какой престижной роль играет ЭТФ. Был такой абзац, посвященный этому году. В этом абзаце были очень такие похвальные выражения по поводу работ, которые исполняются в ЭТФ. Один из членов ученого совета, я не хочу сказать кто, поднялся и сказал, что в последнем абзаце этой части решения есть повторение тех же самых хороших рассуждений, которые были в начале, и хотели его снять, потому что это было повторение, явное было повторение. По этому поводу поднялся разговор, снять его или нет. А вдруг, значит, теоретики обидятся. В конце концов, он был снят, потому что явно было повторение. Но таким образом стало ясно, какой престиж большой, играет и как. Хорошо, это было сказано во время доклада нашего 70-летнего уже директора. Спасибо. Спасибо. Так, если больше вопросов нету, тогда мы сегодня сильно